Всем привет, с вами Костя. Сегодня я вам расскажу, как же выбить легендарку в 100% случае. Вот, для начала у вас вся строка должна быть забита, в принципе, все серебряными сундуками. Вот тут вот два сундука с какой-нибудь арены одной, и тут два сундука с другой арены. То есть тут может быть, допустим, четвертая, а тут два... Вот этих два сундука, допустим, с пятой. Вот у меня по бокам 7-й арены, а внутри 2 шестых. Также у вас должен быть королевский сундук заполнен на 9 из 10. Вы должны быть на 5-последней арене. Вы должны вступить в русский клан, где название на русском написано, чтобы были русские буквы, и чтобы у вас денег было от 2000 и уровень от 6. У меня, по крайней мере, 8. Далее мы открываем серебряный сундук и идем в бой. Открывать мы серебряный сундук должны за гемы, когда там осталось до конца открытия от 10 до 20 минут. Вот, сейчас мы бой должны выиграть, выбить одну звезду. И это совершенно не важно, если мы сейчас проиграем именно бой. Но, ладно, окей. Нам надо вытащить одну звезду. То есть, грубо говоря, уже одна звезда у нас есть. Вот. И, в принципе, уже можно проигрывать. Но сейчас я хочу попытаться выиграть этого игрока, соперника, противника. Вот. Сейчас кидаю огненных дуков. В тему я их кину. Ах, нихера. Ты дерзкий. Ах, я не дам тебе выиграть. Ну, все, да, он выбил мою башенку. Вот. В любом случае, одну звездочку я уже урвал. И это очень даже хорошо, мне кажется. Так. Вы серьезно? Сколько она там надамажила? Вы это видели, да? Да. Пускаем вот отсюда гиганта. Твою маму. Все плохо, ребят. Очень плохо. Хотя нет, все очень даже, в принципе, хорошо. Если несмотря на то, что он не дошел и... Она должна успеть это сделать. О, да, оргазм. Ну, сейчас, да, я, в принципе, вам говорил, что он может выиграть, и это уже все равно нам надо просто поиметь одну звезду. Вот. Пускаем в конце мушкетера. Вот, ну, в принципе, одну башенку мы вынесли, и вы должны открыть серебряный сундук. Потом вы должны открыть... королевский сундук, вот сейчас он нам выпадет, и там ничего не выпадет. То есть там максимум, что может выпасть, это эпическое. То есть если вам выпало эпическое или вообще ничего не выпало, просто не отчаивайтесь, вы все равно выиграли. Считаю, если вам ничего не выпало из королевского сундука, то из, получается, какого? То из, без, из серебряного сундука точно что-нибудь да выпадет. Вот. И, короче... Вот таким вот нехитрым образом мы вытаскиваем. Отдай мне звезду, мудила. Ладно, ну сейчас, в принципе, надо добивать. Пошел в яс, в задницу свою жирную. И я ему не дам выиграть. Вот такая вот потная катка. Вот, ну все, мы, ребят, мы по сути свои выиграли. Ну, а может еще и не выиграли. Да, вот сейчас мы точно выиграли, потому что... лох! Все, ребят, изи вин. Все, ребят, мы выиграли, мы получили одну звезду. Вот она, наша любименькая. Теперь открываем королевский сундук. И нам сейчас ничего не выпадет, потому что... Вот, там ничего не выпало, и ждем теперь, пока откроется серебряный сундук, вам выпадает легендарка. Таким вот образом, моему другу уже выпал, в принципе, колдун. Ну что, с вами был Костя, всем удачи, всем пока.